Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 4. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, стройную фигуру и легкую походку. Итак, витамины группы В. Витамин В6 – важнейший витамин, который содержится во всех клетках и тканях, легко растворяется в воде и быстро выводится из организма. Это значит, запасы витамина В6 важно постоянно пополнять. Главное назначение витамина В6 – это переработка аминокислот, из которых строятся молекулы белка. Если В6 недостаточно, в организме начинаются сбои, появляется бессонница, падает сопротивляемость стрессам, иммунная система становится неустойчивой, меняется состояние кожи тела и головы, также вес. Витамин В6 помогает бороться с избыточным весом, способствует интенсивному сжиганию жиров в организме и регулированию обмена веществ. Витамины группы В быстро разрушаются при термической обработке продуктов. Это значит, что необходимо как можно больше употреблять свежих овощей и фруктов. К примеру, 2 банана содержат 400 микрограмм витамина В6. Помимо растительных продуктов, витамин В6 можно найти в субпродуктах. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.